Далее о происшествиях. Накануне вечером на федеральной автодороге «Сибирь» в Усольском районе инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль «Toyota Corolla». Однако водитель требования сотрудников правопорядка проигнорировал и продолжил движение. К погоне присоединились дорожные полицейские из Ангарска. Вместе им удалось блокировать транспортное средство. Мужчина запер дверь и категорически отказывался выходить из автомобиля. В соответствии с федеральным законом о полиции в его отношении были применены физические силы и специальные средства. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с применением данного технического средства измерения на месте согласны? Нет, отрицают. Нарушителем оказался 41-летний житель Шелиховского района, управляющий автомобилем с явными признаками опьянения и не имеющий водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Автомобиль лихача помещен на специализированную стоянку.